Оттуда? Пришлось оттуда пройти. Знаешь, наушник, ты не слышишь бабку, за нас бежит охранник. Куда? Куда? Пошли до сюда. Они еще и мины проверяют вроде, как я понял. Они вон же с этим. Вроде с минами. Ну, а который. Это... Нет, металлоискатель. Нет, это дислокация. А-а-а. Фоткаться.
смену судьи главного по ходу встречи. Прессинг, прессинг. Это... Давай, давай, Тём! Ой-ой-ой-ой, хорош Колян, хорош Колян! А не было уже главного, как я понял. А не было? Я же сказал, по ходу игры смена главного арбитра. Давай, давай, Тёма. Эк, Димка. Лево, лево. Лёха там один не успел. Вот и не получилось туда посадать. Но Кирилл, вернись давай! Давай, давай, Тём! Николай Васильевич сзади контролирует теперь. Я думаю, правильно. Вам подсказывает. Защите. Ну да. Давай, давай, Дим! Эх, пас! Корявый получился. Корявенький.
так, Тёмка не успел. Ну, хотя хорош, то что аут сработал. Через центр. А, нарушение. Лёша заработал. Только просто без площадки для этого, перестатила. Позаимствовал. Да, обусловил. Гол! Тринадцатая минута. Что, Лёша обиделся, что ли? За нами даже военные смотрят. Давай, давай, удачи. Хороших снимков! Через Дэна. Штрафной, штрафной, давай, Колян. Перевод. Не муди, не муди, Тём.
О, вот так удобнее. Чуточку опустил камеру, зато теперь удобнее. Они дотягиваться надо вот так. Я просто впервые снимаю на эту камеру, ну, футбольный матч. У нас же другое же есть. Ну, видел же наш комментатор тут. Знаменитый тут. Тимур Казалин. Ну, он с Аяксом еще приходил, если ты был. Да? Да. По которому до этого снимал? Да. Один ноль. Ротар. Отдай плоту. Блок, иди, Ленар? Да. А я думал, куда он пропал? Ну нет? А может быть мяч был около центра? Эх, Булат. Хорош, Ленар. Я не видел.
Давай-давай-давай, Тём. Хорош. Расстрел. Малорик Марсель тоже. Красавец, удар. Так-то он отлично. Что там этот Лёш? Давай, Тём, веди! Ногу поставь. Булат, Булат, борись, а! Давай, 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 пас! Ну не туда. Ну, не
Надо тащить, надо тащить, так страшно. Ху-ху-ху. Просто простили. Давай я тебя после другого. Если игрок заходит за линию защиты, находится момент передачи. Yeah.
Бей! Гол! Опять не успел, зашла. На линии остановил. Только аккуратней говорить. Иностранец? Нет. Давай, давай, Дим! Если из второй команды, то да, вот, вот он. Но он зато, кстати, этот очень хороший лидер во второй команде. Всегда тащит. Да. В принципе, я давно ожидал, когда-нибудь Васильевич его поставить в первый состав. Олегу сейчас сменили. Здорово.
И подбора. Подбора нет. Еще! Чаем. Ну, Булат! Хорош, Ленар. Только не сплюнуть. Хорош, Ленар. Давай, входи, Кирилл. Что это у них? Первый это кто? Колян. Ему по ноге заехали очень хорошо. Теплые. Хорош, Ленар! Хорош! Давай тоже, Борис! Бей! А? Наоборот, не выспался, если бы он попал, то не рассечение, что ли? Рассечение, что ли? Thank you.
Как подкупили вот там в глаз. Что, на фланг, на фланг? Давай, Дим! Навес. Вчера, что ли? Да, уже не... Если честно сказать, то... Что там, молодая команда учится. Если честно... Проиграли? 4-0. 4-0. Васильевич похвалил. Да, может быть, минус то, что ну, пропустили. Он сказал минус. А так, в основном, он говорит то, что хорошо сыграли. Ну, он видит по-своему. Не, там конкретно некоторых просто ошибок было. Все. Ника плюс еще сама сильная. Уже. Я уже какую игру смотрю, снимаю, уже Ротар 2. У них нет ни подборы, ни пасы, нету, как сказать, ну да, вот, боятся, реально, натурально боятся. Но я думаю, то, что к будущему году, в следующем сезоне они будут очень хороши. Если команда этот, как сказать... Ну да. Да. Я говорю. Ну, Тёма вчера не играл. Тёма здесь сегодня. В основном же Тёма тащит команду на атаку. Перед мячом кто-нибудь! Спасибо.
Давай, 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 Дим. Выбей. Давай, Дэн. Давай, Булат! Наш, наш! За неспортивное поведение, как я понял, за это, ну, за этот фол. Нет, ну сначала его же подтолкнули. Точнее, нависли над ним. А чё он... Нет, это понятно, но судья же должен свистеть. Ну, висят же над ним. Знаешь, есть предел, который можно висеть. Недовисел немножко на нем. А Паша быстро это... спылил. Надо было падать ему. Охренеть. Я говорю тогда, когда на нос проехали. Что-то вообще трогали. И бабка идет по дороге с тележкой, короче. Не думал, бабки в тележке, что ли? А бабка так еще, знаешь, поле, никого нету, нигде, и бабка с тележкой идет, да. От магазина, что ли, который?
или нет? А, обычная? Ну, это вот такая вот, которая... А, все понял. По дороге. Она за собой тащит ее, да. Может, там и было? Вон через дверь. Не знаю. Какая бабка идет зарабатывать деньги, да, что? Купил себе камеру. Мяч, мяч. Беги сам-то, чё? Всё, вот, а давай! Ну, замудился, можно так сказать. Илюх, сели! Илюха, сели, да, Илья! Илюха, залез! Илюх! Илюх! Ильнур! Ну возьмите седьмой номер-то! Не было! Седьмой задержался! Хорош, Тош, хорош! А чё мало игроков-то штрафной? Наших, точнее. Ну, тоже по прямой не Аякс будет следующий играть. Этот же Себастьян. И из нападения, да, ведь кто-то уехал тоже. Динар. Да? Динар уехал, Марат Харисов уехал, Богдан Рыжов уехал. Ну, последние двое студенты. Точнее, последние трое это студенты были. И есть. Просто они себе на родину уехали. Ну, Себастьян всегда, скорее всего, по ходу уехал. Он говорил, что, может быть, в ноябре вернется. Можно. Вот. Ну, где-то в середине августа двое точно приедут. Потому что сезон заканчивается. В августе? Нет, у нас до ноября же. Эй!
Ну это же нет. Приветствую. Здорово. Он не слышится. Скажи ему, что приходил. Да, давай быстрее. Быстрее, давай сказать. Давай по-своему даже будем вместе. Понятно. Что ты хочешь? Чтобы тебе потом все смотрели, что ли? На маму похоже, да? На этого похоже. Ух ты. Я же не соседа была тогда, но... Попускаем сезончик. Попускаем, да. Я смотрю, ты уходишь, на вторую команду играешь. Я? Практически. Да нет, там ну, тренируюсь точно с ними. Тебя хоть выпускают, нет? Нет. А что не выпускают? Скажи, я отказываюсь. Игроков много. Скажи, я отказываюсь снимать вас. Вот, что да ладно, Марат, фиг с ним. Пусть сам главный команда играла бы и развивалась. Если надо, то выйду, помогу, если понадоблюсь. А ты, кстати, что за вторую команду? Чё? А что за вторую команду не заявишься? Ну, болит у меня было. С ногой, что ли? Хоть за третью, да какая разница, болит. Она болеть же будет. Так же с ногой, что ли? Да, с ногой-то. А сначала молодец, попробуй. Заряжай, Димон! Все ясно. Давай, Димка! Дубль надо. В регби надо, в регби. Хорош.
Давай, Леша. На Лешу! Я его вообще не видел. Да, кстати. Первый тур заканчивается. Вот, вот и. Первый круг заканчивается. Эх, Димка, Димка. Надо было самому взять. Бей! Гол! Лёша? Я люблю конечно. У них понятно не сразу настроение. Одного голевая другая. Поэтому люблю ходить на выбор, когда они играют. Сейчас у них настрой будет. Спасибо вам!